взрослым о важном. Международный день защиты детей на телерадиоканале «Страна-ФМ». Виктория Михеева, 6 лет. Наша планета самая красивая, потому что она разукрашена в разные цвета. Я хочу, чтобы трава оставалась зеленой, вода оставалась синей, а небо голубым и белым. Когда везде мусор, это некрасиво. Люди могут заболеть и умереть. И рыбки в пруду могут умереть. Мы должны заботиться о рыбках и о зверях. В детском саду мы украшаем деревья зелеными лентами, загадывая желание земле. Вот я попросила, чтобы она была плодородной. Взрослым о важном.